Մենչ բարի առավոտ, Աթի Հերստանկեցյան եթերում ինտերակտիվ առավոտն է և մեր կարգախոսն է յուրականչուր օր, արտնացեք արդյունավետ, հայով ենք փորձում ենք աներ ամենչ, որ այս երկու ժամ, որ դուք կանցկացնեք Աթի Հերստանկեցյան հետ, անցնի առավելագույնս արդյունավետ։ Եվ բարձր տրամադրությամբ բարի լույս, բարի առավոտ, այսօր հոկտեմբերի 11-ն է, օրը չորեքշաբթի, և ինչ եղանակ է սպասվում ես։ Դե եղանակը ասեցի յուրաքանչյուր օր մեկ աստիճանով օդի ջերմաստիճանը նվազելու է, հիշեցնեմ ես մեկ անգամ, որ ամենացուրտ օրը լինելու է կիրակի գիշերը, 6 աստիճան է լինելու եղանակը, այնուամենայնիվ ոնց որ թե կարոտ ենք մնալու կրկին անձրևին տեղումներին, և այդ բաց երկ պետք է լրացնենք ջաներ ուղևորվելով, քանի որ գյուղական համայնքներում և Հայաստանի մի շարժ շրջկենտրոններում այո սպասում է անձրև, նշված է անձրև չի անպամած, ենթադրում եմ, որ լինելու է այն ամենը։ Այո, քանի որ դու անձրևի սիրահար ես, նման ենթադրություն ես։ Եվ հիշեցնեմ, որ այս շաբաթան եզակի շաբաթներից է, երբ ուրբաթ օրը լինելու է ամսի 13-ը, այնպես որ բոլոր սնահավատներին նախապես զգուշացնում ենք, զգուշացեք, իհարկե չենք հորդորում, որ տանից դուրս չգաք, պարզապես մի եղեք սնահավատ, եղեք լիսկավորեք բարձր տրամադրությամբ, աշխատանքային այսպես տրամադրությամբ նույնպես և դեպի առաջ։ Իսկ այս պահին դիտենք գովազդ, որից հետո կանրադառնանք լրահոսին, համեցեք։ Դե ինչ, շարունակենք մեր հաղորդումը, այսօր շատ յուրահատուկ հյուր ունենք մեր մոտ տաղավարում, ազգությամբ նա հայ, բասական հայրեն չգիտի և հեղինակել է մի շատ յուրահատուկ նախաձեռնություն, որին կանդրադառնանք և կարծում դուք նույնպես կզարմանաք։ Ներկայացնեմ մեր հյուրին, մեզ հյուրընկալել է Սվետլանա Տերմինասովան, որը հանդիսանում է ականավոր գիտնական, լեզվաբան, Մոսկվայի պետական համալսարանի լեզվաբանական ֆակուլտետի հիմնադիր, Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարանի օտար լեզուների և տարածաշրջանի մասին գիտությունների ֆակուլտետների պատվավոր նախագահ և профессор. Доброе утро. Доброе Я утро. Так представил вас. Да. Наверное, зрители уже поняли, что в вашей фамилии есть армянские корни. Да. Но я сказал, что фамилии, вы на армянском не говорите. Есть армянские корни, но я родилась в Москве. Папа мой из Карабаха, из Шуши. Угу. Мама из Линкарани. И когда я... Они говорили по-армянски, когда хотели, чтобы дети их не понимали. Или когда были с родственниками. Но когда я их просила, как будущий лингвист, научить меня говорить, они говорили, мы говорили на диалекте, над тобой ереванские армяне смеяться будут. Не учи наш язык, он неправильный. Я по-прежнему помню отдельные слова, особенно одно, которое оказалось, я проверила вчера, выражение, которое я очень часто слышала вместе с сестрой. И они, мои коллеги из Ереванского университета государственного засмеялись и сказали, и это диалект, правильно сказали мама с папой. А выражение было такое, извините за акцент возможный, «хоханстера». Я знаю, что это значит, что здесь дети, и поэтому ребенок здесь, и поэтому говорить нельзя. Знаете, так что не сложилось моя, к сожалению, большому. В арт-плане, в плане там кинорежиссеров, актеров, я не знаю, в этом плане очень много армян, да, в России, в плане бизнеса, шоу-бизнеса тоже, но вот когда читаешь, что основатель факультета лингвистики в Москве, в России, и вот фактически получается, да, есть армянские корни, это уже, естественно, удивляет. И, возможно, здесь в какой-то мере, может, ваши родители вот помогли в этом вопросе вам, потому что если бы начали учить армянский, я не знаю, да, возможно, были какие-нибудь, я не знаю, исключение, да? Ладно, что вы делаете в Ереване? Мы, конечно, знаем, но хотим, чтобы вы сказали об этом, да, телезрителям. Мы знаем, что в Армении действует филиал МГУ. Для, наверное, по этому поводу также здесь. Да. В Армении вы в первый раз или нет? Нет, нет, я была много раз. Я была неоднократно в Ереванском государственном университете. Я читал там лекции, там работают мои ученики на высоких должностях, так что у меня очень хорошие связи. Также у меня есть контакты с Российско-Армянским университетом.
я там почетный доктор, так же, как в некоторых других университетах мира. И, в общем, ну, то, что вы желанный гость хороший во всех вузах Армении, это однозначно. Я бы сказала, без ложной скромности мира. Да. Англоязычного мира, скажем так. Хотя это не совсем армянские корни показывают. Знаете, никуда не денешься. Язык не язык, а гены есть. Нет, я шучу, конечно, но действительно я довольна своей жизнью и своими делами. И создать новый факультет по новой, неизвестной в России, в СССР когда-то, в России специальности, в 88 году в МГУ я открыла вот факультет, который называли факультет иностранных языков и регионоведения. И межкультурная коммуникация, которая стала сейчас очень популярным направлением во всем мире, в России вот мы ввели ее первыми. Так же, как и регионоведение России, которое вот сейчас, я так понимаю, я считаю, необходимо ввести и в Армении. Да. Нужно обязательно, чтобы студенты, изучавшие любые языки, особенно иностранные, умели рассказать о своей стране. Потому что всегда был перекос, что изучающие, скажем, английский язык, все знали про Оксфорд, Кембридж там и Стрэдфорд, но часто очень мало знали о своей стране. Особенно в такой большой, как Россия. И особенно сейчас, когда школьники уже не ездят, как раньше, обязательную экскурсию в Петербург, там, в Ленинград, бывший, в Москву, чтобы познакомиться с культурными ценностями своей страны, а сейчас это стало особенно необходимо. И вот по нашей инициативе в курсе по иностранным языкам обязательно вводится компонент Родины, так сказать, вот компонент какой-то информации о своей стране. Ну, как бы взаимодополняющая, да. Да, тематика. Потому что мы говорим студентам, что вы должны уметь знать не только мир ваших партнеров по языку, но вы должны знать свой мир, потому что интересны своим партнерам, вы будете незнанием их мира. Их мир они сами будут всегда лучше знать, чем вы. Но свой мир. Они будут с вами общаться, чтобы узнать у вас о вашем мире. Я не могу упустить такую возможность и не задать вам следующий вопрос. Вот в последнее время в странах СНГ очень много говорят вообще о значимости русского языка. В Армении очень так сильно завышена была тематика, остро была завышена тематика присутствия вообще русского языка. Говорили, что он как бы идет тенденция к тому, что он будет вторым государственным. Ну, естественно, это всего лишь оказались разговоры. В любом случае, определенный негатив относительно русского языка и вообще присутствие его в Армении был. И с учетом того, что ваш отец из Карабаха, вы основатель факультета лингвистики в Москве, я бы хотел понять, какое у вас ко всему к этому отношение в целом. Ну, вы знаете, у меня двойственные отношения, потому что если бы я могла решить, поскольку я все-таки родилась в России, прожила в России, русский язык мой родной, соответственно, и русская культура, и я вообще патриот, если, я надеюсь, что это никого не обидит, по Советского Союза, потому что я прожила в нем первые 50 лет своей жизни, написала, расстроившись, что все как-то не все сейчас тут что говорят о моем прошлом правильно, написала свой собственный взгляд, книжку, которую назвала «Записки динозавра», про то, как жили в Советском Союзе, ну, для будущих историков, чтобы они видели разные взгляды. Но я, конечно, всегда была за дружбу между народами. И мне очень грустно, что сейчас действительно даже такие родные братья, как Украина, Белоруссия, то так, то сяк, но все-таки была Россия пока держится, слава богу, но тоже непонятно совершенно. Настроения эти во всех есть республиках, и в самой России, как известно, много всякого. Я могу только мечтать и надеяться, что все-таки хотя бы за действительно мирового уровня русскую культуру, русский язык останется в странах бывшего Советского Союза хотя бы. Хотя это уже ушло.
некоторых. Ну да, но, в каком-то плане в Армении тоже сейчас меньше молодежи, которые говорят на русском, больше все-таки учат английский. Я не знаю, это к сожалению или наоборот. Естественно, вы в Армении, я думаю, совсем по другой причине, наоборот. То есть вы как бы приехали, чтобы еще раз подтвердить значение русского языка. Я, насколько знаю, вы также преподаете или нет в Армении? То есть продолжаете? Да, в вашем вузе. Не я, а факультете. Я имею в виду факультет. Коллеги, да. Коллеги все преподают и очень нравится. У нас очередь стоит, все хотят, все приезжающие говорят, замечательный народ, прекрасно принимают. И вообще у Армении тоже замечательная древняя культура, и не только древняя, я имею в виду корни древние, но во всяком случае современная культура. И вообще, мне кажется, все народы замечательны. Вы в Карабахе были? Я была в Карабахе. Очень, когда было 1700-летие христианства, была большая делегация из России, вот, так сказать, людей, не знаю, культуры, науки и так далее. И я, честно говоря, поехала, когда увидела, что там будет экскурсия в Карабах. И я была в Шуше, но тогда, я не знаю, как сейчас, на меня это произвело удручающее впечатление. Не только разбитыми домами, но и самой Шуше там все было развалено, но еще и людьми, которые были такие потерянные. У женщины, которая нас в гостинице устраивала, не было руки. У нее дома я побывала случайно. У нее стояла фотография погибшего брата. Очень грустно. У меня осталось очень грустное впечатление. И я могу только молиться и мечтать, чтобы все как-то приняло какие-то разумные человеческие формы. Продолжаете ли вы свою научную деятельность, какие-то труды, работы, или полностью посвятили себя вот университету? Нет, вы знаете, в университете, во-первых, сейчас нельзя быть без научной работы, потому что сразу тебе понижают зарплату, не переутверждают должности и так далее. Но я даже больше сейчас увлечена своей научной работой, я никогда не переставала. Я счастливый человек, потому что я делаю то, что мне нравится. Мне очень нравится все, что я делаю. Я читаю лекции, общаюсь с людьми с удовольствием. И сейчас мечтаю о том моменте, когда я могу сидеть дома одна, и чтобы мне никто не мешал, ни моя хорошая очень семья, ни многочисленные внуки и так далее, а чтобы я вот занималась научной работой. Тьфу-тьфу-тьфу. Опять же, без ложной скромности. Мне кажется, у меня получается. Ладно, вот такой еще вопрос. Как вы думаете, чем обоснован рейтинг Московского университета в мире? Потому что каждый год мы смотрим на рейтинги, и вот университет Ломоносова всегда курируется в довольно-таки высоких рейтингах. Да, и растет. Растет, да. В чем причина? Это очень трудный вопрос. Ну, я спрошу вас, так как вы представляете. Я представляю, но я не знаю, как вам сказать правду. Вы сказали так, Оксфорд, да, Гарвард. Нет, понимаете, как продукт этого университета. Мне страшно сказать вам, но в этом году мы посчитали, кто сколько просидел в университете, такой с верхушкой, с деканами, ректоратами. Была 1 сентября встреча, и академик Лунин Валерий Васильевич, декан химического факультета, с гордостью сказал, что он 60-й раз встречает 1 сентября в университете. Но я сказала, что Валерий Васильевич хороший человек, но я 61-й. Потому что я в 56-м году поступила, и так не вышла из университета. Я там осталась работать, работаю до сих пор. Я вообще эту систему рейтингов не люблю. Она формальная, и там столько всякой, как говорят, химии. И сейчас эта формалистика уже перевелась на нижний уровень, на уровень оценки преподавателей, а не университетов. И я считаю, что это все неправильно, что это формализм, что это бюрократия. Подсчитывают там, сколько тебя процитировали американцы, которые нас сейчас просто вообще терпеть не могут, но почему-то судьба преподавателя в России в высшей школе, в вузах, зависит от того, напечатал ли или процитировал тебя американские издательства, которые берут за эти большие деньги, пожалуйста, можно стать очень знаменитым, если ты заплатил. Все это, я считаю, неправильно. Поэтому мне ваш вопрос напряг. Ну, давайте я тогда его переформулирую. Давайте, и там вырежете. Почему в России, да, пользуется такой популярностью?
популярностью вот именно университет Ломоносова. Из-за чего? Потому что там, я не знаю, профессора или преподавательский состав самый элитный, хороший самый вопрос. Хороший, я не знаю. Спасибо. Почему? В чем хороший причина? Вопрос. То, что он дорогой, это понятно, но нет, это другое он дело. Он старейший здание. В стране все-таки. Хотя Петербургский университет сейчас время от времени оспаривает это, потому что указ о его создании Петр подписал в 725 году и сразу умер. Угу. И реально работать он начал в 800 каком-то году. Но Московский университет в 755 году открылся и сразу стал работать. Это старейший университет России. И в него традиционно уже в нем традиционно собирались лучшие силы. Научная элита. И научная элита, и литературная, и культурная элита, всякая элита. И мне кажется, вот престиж, само сейчас имя, говорится, работает на Московский университет, и мы все очень стараемся, чтобы поддержать это высокое звание. Ну, когда я в этом году узнал, что там открылся даже факультет космонавтики, это вообще был полный сюрприз для всех тех людей, которые любят инновации. Я, насколько понял, там очень определенное лимитированное количество, да, возможно, абитуриентов. Да, космических исследований называется. Космических. Ну, естественно, ребята в этого факультета будут учиться также по факультету лингвистики. То есть, ну, преподавание иностранных языков у них, наверное, будет наше. Еще пока они не начали. Спасибо. Мы должны прерваться на одну минуту. У нас время, значит, музыкальной паузы. Дитенька Айспан, Яштакан, Тесаурова, Курцето, Шарнакин, Хамыцек. Դեն շարունակենք եթերը, ես կանցնեմ նորից ռուսերեն, չնայած այսօր մեզ հյուրընկալել է Սվետլանա Տերմինասովան, այնուամենայնիվ նա հայերեն դեռևս չի տիրապետում, կարծում այդ բաց թողումը քիչ-ինչ կլրացնի ընթացքում, եթե իհարկե նման հնարություն լի։ У нас сейчас мы продолжаем эфир, но желательно вот предоставить одну минуточку нашему шеф-повару. Кстати, вы пробовали, да, армянские блюда? Вам очень понравилось, я надеюсь. Ну, это сам не понравилось, я могу отдельно сказать. Да, пожалуйста. Артур, что будет сегодня на завтрак? Варя Аравот, здравствуйте. Мы кайсор патрастели ենք մի հետաքրքիր паста, որը ոչ ասեմ իտալական խոհանոցից է, ոչ հայկական, բաղադրիչները հայկական, հումքը իտալական, մենք պատրաստելու ենք այսպես բանջարեղեն, այսպես ասած, պղպեղը տապակած, վիճակում, խորովածի հարմարություն չունենք, սա ենք ենք իմ անում, և արդեն մեր մակարոնը, լոլիկը և բանջարեղենը արդեն մյուս պահին, մենք հիմա սա տապակինք։ Դես պատկերացնում եմ, եթե տանը փորձեք նման աշխատանք իրականացնել, հարևանների համար ոչ բարենպաստ պայմաններ կստեղծեք, նրանք նույնպես կքաղցեն և ստիպված կլինի արդեն Արտուրը հյուրասիրել նաև նրանց նույնպես։ Լավ, անցնենք առաջ, я не могу спросить вас, ну, про армянское, как бы, армянские блюда я уже спросил, я уверен, что вам очень нравится, а вообще народ как вам армянский? Знаете, вы общаетесь, наверное, да, естественно, с армян? Я, конечно, общаюсь, и, как вы правильно сказали, в России очень много армян, и не только в тех сферах, которые вы назвали, но вообще трудно найти сферу, где нет. И мне кажется, мое мнение очень комплиментарное. В армянском народе. Ну вот, правда, я стараюсь быть объективной, я во всех народах стараюсь найти хорошее и всегда нахожу. Вот, ну и когда они не безобразничают. А так я всегда очень доброжелательна ко всем народам. Что я хочу сказать про армянский народ? Первое, вам кажется, поверхностное, и не главное, вот очень красивые люди. Понимаете, дети просто вообще загляденье. Какие дети? Я с вами полностью согласен. Вот, как... Очень красивые дети, очень красивые. Я сейчас сфотографировала у вас плакат, где, не знаю, что написано, увы, но там три поколения, дедушка, сын и внук. Это плакат сериала был. И все трое, ну просто, понимаете, не только красавцы, но еще выражение лица. Вот, понимаете, мне кажется, вот тяжелая жизнь, ну, перешло же великая что-то. Культура, вот она как-то отразилось на внешности. Еще второе, вот как лингвист. Все студенты мои, они двуязычные.
Тут все люди говорят по-армянски, большинство абсолютное говорит по-русски. Значит, они, когда учат иностранный язык, это не так, как в России учат мои студенты, наши студенты, mm-hmm. иностранный язык, когда у них есть родной, и вот они учат иностранный. А здесь уже у них два есть. И они учат mm-hmm. третий, как будто это вот... Да, нормально. Нормально. И четвертый хотят. И говорят, вот нам нужно еще испанский, нам нужно еще французский. Значит, несомненно, особенность, очень способные к языкам. А язык – это новый мир. Значит, они с каждым языком видят мир по-новому и становятся гораздо шире, умнее, образованнее и так далее. И вообще, главное, что я так думаю, правильно будет звучать, это то, что Армения страдала всю свою историю и продолжает страдать. И географическое положение, и горы без нефти, и без золота, там, и так далее, или почти без ничего. И окружение такое всегда было. Ну, маленькая страна. Геополитически вот, сложно. Геополитически чрезвычайно сложно. Катаклизмы того, гляди, каждую минуту могут начаться. И мне кажется, вот эти вот пережитые страдания и необходимость все время быть начеку выковывали характер. Понимаете? Ну, все-таки, да, люди уезжают. Из России уезжают массово. Отовсюду, где не нравится, уезжают. Но все-таки остается ядро. Остаются люди, которые любят страну, любят язык, любят культуру, любят Армению и армян. И вот это, мне кажется, замечательная черта, которая не у каждого народа, потому что никто, мягко выражаясь, не у каждого народа, потому что мало какой народ попадал в такую сложнейшую ситуацию и так страдал, но выдерживал ужасы, ненависти, угроз там, и так далее. И даже вот хотя чувствовать никогда... Наверное, нельзя чувствовать себя в безопасности, расслабиться и сказать, ну все, ребята, все в порядке, давайте вот хорошо жить, хорошо кушать и так далее. Но что это удалось в любом режиме насчет кушать. Я имею в виду кухню в самом хорошем, высоком смысле слова. Мы сейчас занимаемся очень много на нашем факультете истории и культуры еды. У нас прошло 3 симпозиума международных по истории культуры еды. Заведующая отделением регионоведения сейчас публикует Всемирную энциклопедию истории культуры еды. Ее первая книжка называется «Кухня первобытного человека». Она получила очень хорошую оценку на всяких там соответствующих программах. Вот. И сейчас уже и древний мир, и античность. Ну, я думал, в ближайшем будущем не намечается открытие факультета кулинарии в МГУ. Пока что, да? Вы знаете, пока не намечается, но на самом деле важнее еды тоже мало что есть в человеческой жизни. Потому что нам уже это говорили. Вы что, кулинарный техник? На первом симпозиуме. На него приехали очень много иностранцев, а когда наши поехали впервые в Оксфорд, там сказали, слава богу, Россия проснулась. У нас 36-я конференция международная по еде. О, это значит, Оксфорд не меньше 36 лет этим занимается. Угу. Вот. И я против такого отношения, что это что-то несерьезное. И я думаю, что вот Артур меня поддержит, что конечно, без еды вот оставить всех этих критиков на 3 дня и посмотрим, что они скажут. Ну да, в Армении это особое понятие. Если еще к хорошей еде прибавить хороший коньяк и обстановку, то получится полный боекомплект. Естественно, вы в Армении, и я, насколько понял, общаетесь и преподаете армянским студентам, вот филиалы МГУ. Я бы хотел, чтобы у нас осталось буквально 2 минуты, вы бы поделились впечатлениями о студентах тоже. Ну, о людях вы как бы в целом поговорили. Как вы думаете, они стремятся учиться, видят ли они перспективу с учетом того, что учатся именно в филиале русского вуза? То есть связывают ли они свое будущее с Россией или, я не знаю, с регионом? Все эти вопросы, кроме последнего, связывают ли будущее с Россией, не могу сказать. Но я бы ответила «да» с восклицательным знаком. Те, кто пришли, они пришли, потому что любят русский язык, знают русский язык, хотят знать Россию. И вот те студенты, которым я сейчас читаю лекции очень интенсивно, чтобы успеть все, не все, но многое сказать, они просто замечательные. Просто замечательные. И вообще студенты все хорошие, если им как следует преподавать.
если им рассказывать с душой, сознанием, с интересом. И поскольку я вот делаю все, что мне интересно, то им тоже интересно. А когда есть интерес, это очень помогает наукам, помогает учебе. И я очень рада, что есть вот университеты в Армении, где все-таки вот поддерживается и русский язык, и русская культура, и русская вообще Россия, отношения с Россией. И самое главное, там хорошо обучают, как вы уже сказали. Ну, да? Я надеюсь, что... То есть я уверена, что обучают хорошо, потому что мы посылаем самых лучших. Спасибо вам большое за то, что Спасибо. Сегодня пришли, нашли время. Я очень сожалею, что вы в рамках вот поездки в Армении не организуете какие-то мастер-классы именно для специалистов, для армянских, я не знаю, для учителей, возможно, для других специалистов тоже, да? Для кулинаров. Или для кулинаров. История, культура, еды. У нас такие специалисты. Я надеюсь, в дальнейшем да, вот этот вакуум тоже в какой-то мере можно восполнить. Вам здоровья, всего самого хорошего. И начните все-таки учить армянский язык, возможно, вам когда-то пригодится. Да. Литературный. Где родители мои умерли? Литературный язык. Ну, я постараюсь. У меня даже самоучитель есть. Айс пайн мэнк артэн пэрки энтапэнк, витэнк рэатвакан тогарку, майну этэв вэрядарнанк.